Ребята, привет, Уля, забрала свою первоклашку. Где ты, покажись? Ах, ничего сегодня не получила. Ладно, на улице дождь, ужасная погода. Идем вот сюда, машина тут. Короче, мы поехали домой. Стой, тише! Лера, ну что ты такая вренюга? Мы вот такие красоточки. Идем, слушай, я надела свою куртку теплую. Что-то я замерзла. Капец, я уже, кстати, была в офисе. Сейчас открою, подожди. Снимай рюкзак. Была в офисе, успела поработать и приехала за дочь. Сейчас поедем домой кушать. И Лера еще об этом не знает. Лера! Мама, можно я сейчас? Нет, ты знаешь, что ты будешь спать сейчас? Нет! Ладно, все, поехали. Я тут на подработочке. Подъезды, которые навевают память о Советском Союзе, что ли. Тут такие трехметровые потолки. Как-то уютно по-своему, не знаю. Как-то так. Классно, я встала. Все вот так стоят в ряд. А я вот так в ногу. На три места. Нескромно совсем кинула машину. И это мой сегодня крайний заказ. Приехала вот в такой симпатичный райончик. Сейчас зайдем, посмотрим, какие там подъезды. Блин, иду, горло болит. На улице, когда я приехала, получается, в 7 часов вечера было холодно. А теперь мне нормально. Я не знаю, что происходит. Короче, время почти 11. Я думала, у меня смена сегодня до 11. Я думала, поработать до 12, до закрытия или поехать домой. Короче, не знаю. Пока иду, буду думать. Как-то так. Прикольный райончик. Мне очень нравится. Тут очень классная винотека. Азиатская гастробистро. И вот он подъезд. Лифты вообще некрасивые. Итак, времени 23:19, а я еду на ПВЗ закрывать коробки. Вот так. Ну что, вот он. Он самый, блин. Пойду доделывать работу, что не сделала девочка. Кстати, завтра в 6 утра вставать, Леру в школу вести, сейчас еще собирать рюкзак ей. Она, надеюсь, уже спит, Дима ее положил в ночь спать. Завтра в школу рано-рано вставать. И завтра открывать еще девочку в этом офисе. Времени 12 часов, офис закрыт. Я еду домой, закрыла коробки. Все, готова, в принципе, ехать домой. Кстати, последний заказ отвозила, и там мальчик, ну как мальчик, лет 25-30, такой подкачанный, высокий, вышел ко мне встречать меня с пиццей в футболке вот так. И в трусах, блядь, я этого не ожидала, реально. Ладно, поехала отдыхать, сейчас еще приеду домой. Сейчас покажу, что взяла Леруське, и обед с Додо взяла. И попью чай, собрать рюкзак Лере надо, приготовить вещи и лечь спать. Как-то так. Кстати, на улице такая красота. Вообще не холодно. Ни одной души, только машины редко ездят. А так вообще класс. Класс, класс, класс. Обожаю это время, когда вот именно 12 часов, будни. Прохлада. И я одна наедине с самой собой. Так, что я взяла? Сейчас покажу вам. Сейчас включим подсветку. Я взяла две упаковки палочек. И здесь у меня лежит Додстер. Обед. Очень вкусные брусничные палочки. Брусника и ананас. Очень вкусные, соленые. Беру себе. И Лере они зашли, так что да. Ладно, поехала я домой. Все. Всем спокойной.